среду вечером в Немчиновке загорелся шато-отель. По данным пресс-службы МЧС России, пожар начался в соседнем строящемся здании на площади 100 квадратных метров. На кадрах видно, что горит крыша. На место прибыли экстренные службы. В 21:55 пожар локализовали на площади в 250 квадратных метров. На данный момент сообщений о пострадавших нет. Установление обстоятельств и причин пожара находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры.